Ряд хозяйств южных районов области уже завершают уборку ранних зерновых культур. Некоторые земледельцы приступили к уборке яровых. В целом по региону волгоградские аграрии намолотили 1,83 миллиона тонн зерна, тем самым покрыв собственную потребность области, которая составляет 1,5 миллиона тонн. Лидеры по валовому сбору зерна стали Котельниковский, Октябрьский и Клецкий районы. По урожайности лидируют Еланский, Алексеевский и Урюпинский районы. Одновременно с уборкой озимых в 10 районах приступили к уборке яровых, зерновых и масличных культур.